вторая лига, группа 2, подгруппа 1. Встречаются команды «Родина», молодежная команда, против гостей из Санкт-Петербурга. «Динамо» сегодня в гостях у «Родины». Здесь на «Спартаковце». Официальное название арены «Спартаковец», стадион имени Николая Петровича Старостина. Бывший «Алмаз», бывшая арена имени Игоря Нета. Есть свисток от Ваги Чичеляна. И поехали. «Родина», состав команды «Хозяев». Номер 35-й Максим Айсин. Через правый край. Штрафнул неплохо. Удар. Добивание будет? Нет. Играет Айсин. Это было опасно. Бугаенко. Хорошая передача. И под удар сразу с левой. Но долго. И удается мяч выбить. Опасно было. Но мне казалось, Шилов мог первым касанием сыграть. Нет. Перехват. Ищук. О котором я рассказывал. Обошел одного. Это флота желтая. Это желтая должна быть. Нет, не показала. Фол был очень опасный. Но я ставлю на Бугаенко. Да, он бьет. И над перекладиной мяч летит. Гаджиев на подборе. И торопится вперед Коренблюм. Удар. Добивание будет? Нет. Коренблюм и Айсиев. Герой этого эпизода. Включился Саша Коренблюм с правого фланга. Вообще такие быстрые, юркие. Да, Ужахов. Под левый. Ужахов бить. Рикошеты! Близко было, близко. Зириков, Ужахов. Вот момент для «Родины». Нашли его. Перевели мяч с правого края. Атаковать Шилов. С правой в ближний и не попадает. Так, Газиев. Удар. Потащил Зириков. В ближнем. Баюток. С мячом столкнувшись. Смотрим еще раз. Да, Зириков на подборе первый. Андреев с левой в штрафную. Удар. Калистратов не упадает. И кто это был? Плотников. В створ ворот. Плотников, да. Ты согласен я с Щеляном. Бугаенко. И влетает мяч в ворота. Игорь Бугаенко. Побежали запасные, побежал тренерский штаб. Все-таки добился его. Это Борис Горовой ликует. Игорь Бугаенко с левой ноги. Так, что такое там? Все ли, да, все ли в порядке? Красная, кому за что? Коренблюм, не очень понятно. Студенников, что мяч ворота команды «Родина» забил номер 31-й. Игорь Бугаенко. Красная показана шестому номеру «Динамо». Андреев. Бугаенко. И все. Матч закончен. 1-0. Победа «Динамо» Санкт-Петербург. Гости возят 3 очка. Радость Калистратова, Бугаенко, Андреева. Игорь Бугаенко 3 мяча в 2 матчах. И оба матча в концовках вырывает «Динамо» Санкт-Петербург. 85-я минута, победный мяч.